Потому что он обещал, стану президентом, все быстро сделаем. Поэтому товарищ Обама и передавал ему привет именно из Афганистана на фоне американских солдат. И говорил, что Украина должна перенять афганский опыт построения государства. Но сегодня не получается, сыпется, народ воевать не хочет. И вот говорили по поводу Афганистана о переброске войск. Я напомню, в середине декабря были закрыты аэропорты. В моем родном Запорожье он был закрыт больше 2 недель даже. Да, если там в Харькове, Днепропетровске, Мелитополе по неделю. И один за одним приземлялись геркулесы, да, американские и так далее. Переброска вооружения уже пошла. 32 трубы, я не специалист.